Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать тебе о том, как найти свой смартфон с операционной системой Android в случае, если ты его потерял, а может быть его украли, либо ты его просто забыл куда положил и хочешь найти в пределах квартиры либо дома свой смартфон. Такое реализовать вполне себе можно и даже сделать это очень легко. К тому же эту функцию можно использовать как противоугодную систему для твоего автомобиля, если ты свой телефон положишь внутри машины и если у этого телефона будет доступ к интернету. Хотя бы даже периодический доступ будет, не обязательно постоянно, ты сможешь, даже имея периодический доступ к интернету в телефоне, ты сможешь по крайней мере последнее местоположение узнать. А если будет постоянный доступ к интернету, то сможешь наблюдать местоположение прям в конкретный момент. Первое, что должно быть сделано, это ты должен зайти в аккаунт на своем смартфоне. То есть, если до того, как ты потерял, ты был под аккаунтом в смартфоне, то проблем никаких не будет. Ты сможешь найти свой смартфон довольно легко. Итак, первое, что нам нужно сделать, это открыть сайт Google с любого устройства, компьютер, планшет, любой другой телефон. Сайт Google открыть и в нем в поиске ввести «Найти мой телефон» русскими символами. Если ты пользуешься английской версией сайта, то, соответственно, вводишь «Find my phone». Если твой родной язык другой, то, соответственно, вводишь на своем языке аналогичную фразу «Найти мой телефон». И у тебя сразу появляется вот такое окно. И Google пытается найти местоположение. И как видишь, в данном случае он нашел мое местоположение, точнее местоположение того, где сейчас находится телефон. В моем случае это одно и то же. Ты можешь перейти на карту и посмотреть более точнее город, страну и так далее. А также ты можешь выбрать, если у тебя несколько устройств здесь вот, ты можешь выбрать, какое устройство ты хочешь найти. Если это у меня, к примеру, здесь планшет и телефон подключен, у тебя может быть это только планшет, а может быть несколько телефонов. То есть это, в принципе, все те устройства, с которых ты когда-либо входил в свой аккаунт и не вышел, с которых ты сейчас залогин. Это первый вариант применения, то есть если ты потерял, либо его украли, либо как противоугонная система. Это первый вариант использования. Другой вариант, если ты просто потерял телефон в пределах квартиры, либо какой-то площади, места, и хочешь найти по звуку, то достаточно нажать на кнопку Ring, вот здесь вот, нажимаешь, и буквально через несколько секунд на твой телефон зазвонит тем рингтоном, который у тебя установлен. При этом это не будет входящий звонок, а просто телефон будет звонить рингтоном. Нажимаем. И как слышишь, мой телефон зазвонил. Далее по звуку ты сможешь найти его, соответственно, если ты находишься в пределах слышимости твоего звонка. И нажав на любую кнопку, либо просто разблокировав, музыка перестанет играть. Другой вариант, о котором я еще хочу рассказать, который касается найти телефон в квартире или в какой-то местности небольшой, это использовать радиоприемник. То есть если ты, если на твоем телефоне стоит бесшумный режим, возможно, даже вибрация отключена, то такой способ через «Найти мой телефон» у тебя не прокатит, так как даже нажав на ринг, твой телефон зазвонит, но он будет звонить бесшумно. Даже я сейчас могу проверить, я на этом не уверен. Я сейчас устанавливаю на своем телефоне без звука. Я не уверен, возможно, и звук и будет. И нажимаем ринг. На самом деле
функция работает, даже если у тебя стоит бесшумный режим. Тут я оказался неправ. То есть даже если в твоем смартфоне был установлен бесшумный режим, либо вибрация, все равно звук будет именно звенеть, играть. То есть эта функция рабочая на 100%. Ну, если вдруг по каким-то причинам ты не можешь воспользоваться этой функцией, тебе нужно найти телефон в пределах квартиры, ты можешь воспользоваться радиоприемником. Попросить кого-нибудь позвонить на твой телефон и пока идут гудки, походить по предполагаемому месту, где должен быть телефон с радиоприемником, на какой-нибудь волне поймать, либо более-менее чисто, и походить, поискать, если ты услышишь шипение, свист, ну, типичное изменение звука, изменение влияния на радиоволну. Я думаю, все слышали, когда телефон звонит, как радиоприемник меняет свой звук. Таким способом ты сможешь более детально найти место, уточнить, уменьшить радиус поиска. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарий и нажимай колокольчик, который находится справа от кнопки подписаться. Это будет вообще круто. На этом все. Всем пока.